клубничники для вас вот такой вот аппарат. Фишка, чтобы вам показать, насколько можно использовать свой труд, не особо себя утруждая. Вот как вы видите, да, вот это сиденье, вот эта конструкция, даже не знаю, как вам показать, чтобы вам было понятно. Давайте вот так, да, чтобы вам было понятно. Сиденье, где сидит, и ящик ставится вот сюда. Ящик ставится вот сюда. И здесь человек сидит, потихоньку двигается, и вот эти три колеса двигаются для сбора урожая. Ну, а теперь давайте посмотрим на примере, как оно двигается, да? Смотрите. Сюда ставится ящик. Сюда ставится ящик. Клубничники, вам идея. Подсказываю все, что имею у себя. Вам показать, чтобы облегчить ваш труд, и чтобы ваши урожаи были самыми большими и продуктивными. Используйте данный инструмент, и будет вам счастье для сбора урожая. Смотрите, ну неудобно? Удобно. Передвигаете ножками, двигаетесь. И поехали. Так вы себя не перетруждаете, свою спину. Всем здоровья и больших вам урожаев.